Теперь мы проверяем мобильность вестибулярного лоскута для того, чтобы ушить полноценную герметичную лунку. Мы выполняем дополнительную мобилизацию с листом костичного лоскута, продлевая вертикальный разрез, мобилизируя ткани, расщепляя их в области мукогингивальной границы. Таким образом произошла мобилизация без потери прикрепленной десны. Заранее приготовленную твердую мозговую оболочку, перфорированную, мы начинаем адаптировать в диссекте, предварительно ее померив. Приготовленная принимающая лужа. Готовы к ушиванию мембраны и ее фиксации к оральной поверхности. Проводится это фиксация мембраны в оральной поверхности классическим швом, который мы применяем при туннелировании. Также он имеет еще литературное название на вожжах. Мембрана фиксируется шовным пинцетом. Делается вкол рядом вкол второй, как бы образуется петля в оральной части мембраны. И последний выкол мы проводим с оральной поверхности, опять соблюдая принцип туннелирования. Что это значит? Это значит, что игла и нитка свободно должны располагаться в зоне расщепления и принимающего ложа. Иногда можно воспользоваться таким методом, когда у вас биотип десны толстый, то есть более 2 мм.